ты вареный, походу, будешь. Да. Да не, чего, такой, знаешь, семейный отдых. Это моя ночь. Все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямая буду, что бы ни случилось. Да, от здорово, зари брат, до зари, а я ясные. Короче, Никитос мазал целую банку возбудителя. Для пятюни. Для пятюни. Никита, знаете, что Никита говорит? До свидания. Ого. Ой, ребята, я все испортила, Знаете, что он сказал? И пока-пока вроде все как и было, ничего не меняется. Не, уже это тромбоцитоз. Наш первый, это... Сейчас вестибулярка отключится. Сейчас будешь как... этот, как Ди Каприо, Иван. Добрый вечер. Он это удалит, это его камера. Эх. Ладно. А пошли на круги. А пошли, да, кстати, на пол. Ебать, не? В квадратах есть. Ты что, любого пьянца? Какие круги? Квадраты. Пацаны сейчас офигеют, если заходим. Можно еще одну? Ты запей. Рюмочку, у меня и пластик. Медик, медик для пятюни. Не-не-не. Не дай, были как-то так. А там другой был, как мед. Нитромакс? Да нет, я не тот. Как мед с травами. Никитос, можно, смотри, дамазать. Никита, тебе на всю поездку. За 10 отдадите? Нет, это 75 лир. Это сколько? 10 лир. 15. 27. На тебя похож, нет. 18 лир. Много купили? Ваня, хочешь? Да? Да. Просто мы уже купили одну, он съел, ему понравилось. Я на хлеб мажу, с чаем хорошо. Утречка добрая, друзья. Перший день. Первый закончился, это уже второй. Ну это на такой нормальный первый. Слизи, хотим на вот эту штуку сесть все вместе. О, сейчас будем на три как раз разделим, да. Будем садиться. Короче, идем в зал. О, пацаны решили немного показать тебе, что такое упражнение. Да. Ну и толстый, как всегда, опаздывает, поэтому... А кто толстый? Ну, Ваня же, да? А, ну да. Никита, короче, все. Слышишь, не... а можешь дать свой писюн, я вот эту штуку закручу? У меня чуть меньше. А, будет сказать? Да. Короче, все. Вы поняли, мы идем в зал. Плотнейший завтрак. Завтрак чемпионов. Чьи яйца тут потерялись? Это ты у кого забрал? Холестерину, скажем, нет. Конечно, правильно. Короче, да. Утро доброе. Короче, решили сходить на море посмотреть. На морька. На море чкин. Я предлагаю, сейчас залезем, чтобы соль обсохла, потом вылежем друг друга. Давай. И текилку можно бахнуть. Хорошая идея. Классная идея. О, вон с рабочим пойдем. Ваня, скажи, что... Мне нужно притвориться рабочим просто, я стану... Не, кстати, давайте им предложим, ребят, давайте нам свои шмотки, жилетки, мы пойдем за вас поработаем, пойдите отдохните, в баре посидите, ну. На морке скупайтесь. Что вы, блядь, света белого не видели? Ты что, думаешь, там летят? Заплачут. Заплачут? Или заплачут? И тут мы уже с ним, блядь, заплатят. Заплачут. Хорош. Ну как? А, или ты ссать пошла? Не, ну серьезно. Не, нормально. Как в бассейне. Take a picture. Look!
Бандер. Показалось. Это не девочка. То. На, только вытри его. Ты. Настя, ты. Ну, мы позаново, мы заново. Вася, уже мы заново. Давай, сука, заново. Ебать, ты глубочайше что делаешь. Ты что, ты куда рисовал? Давай, теперь ты. Даже когда нет. Да в жопу не надо, давай, просто ну, так. На вас, да давай, чё только, пацаны, пришел. Давай я ты. Я уже делал, давайте. Настя, ты, потом я. О-о-о! Наверное, я спал просто. Чего тут ни при чём. Давай. Блин, я не смогу. Давай, загружай. Я сбоку снимаю, я лицо не снимаю. Это моя метка. Да, это его метка. Постарайся тоже зубами. Давай, я сбоку. Нормально засунул. Блядь, нормально. Я как реально, она меньше, чем я взяла в рот. Не, я чувак, я, да я даже я не это. Да нет, и шум. Короче, мы когда-то мерили трубка, так все Настя. Одинаково делали это. Нет, на. Реально, Никитос, Артем, он ты, Настя, я. Ты, Настя, я. Не, возьми нормально. Не, нормально. Я бы устроила. Поплевай. Давай, теперь ты. Андрей, ты обещал после меня, давай. Да, да, я обещал после девочки. Нет, ты обещал. Сделал Никита. Ты обещал. Ты после меня делаешь? Ну, пока я заглотил, как обещаешь? Да, давай. Никита... Так, лучшая отметка вот, да? Я должен видеть, с чем борюсь. Вася, я вот так вот ушел по самой... Да, да, давай покажи, повтори. Покажи, повтор, 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 да, повтор, повтор. Давай заново. Я волосы подержу, давай. Отметку сразу пальцами, давай. Я тебе подержу. Давай подержу волосы. Да подожди, подожди, давай. Ладно, давай, я... Не, отметку давай. Я без попутал. Давай! Настя, ты чувствуешь? Половину банана! Давай второй раз. Что дальше? Я приезжаю, короче. Веселище, какая техника. Так подожди, вдруг сейчас Ваня сорвет джекпот. Сейчас Настя по уголок возьмет. Подожди, вот это ты, да? Да. Видишь, там забавится. Бля, у меня слезы. Короче, кусаешь в конце просто. Просто прикусить нам в конце. Давай. Это так странно. На камеру делать. Просто... Да камеры не пишут. Давай. Блин, мне надо сначала подготовить его. Бля, чем ты подготовить? Ну, полежи там снизу где-то. Подготовить? Что? Смотри, какой. Андрей ничего не готовил, не получил. Что ты делаешь? Давай. Мне интересно. Ну, ну. А заломки нужны. Ну, не прячь, ну давай. Ладно, все. Загружай. Пока не. Даже не близко. Богом, даже не рядом. Почти, вот почти, вот почти. От нет, нету. А теперь это она подготовила тебе. Это давай. Подготовка? Нет, отметка вот, смотри, вот отметка. Так вот, смотри, у меня слюна по отметку. Не, Андрей, даже. Не, дальше. Как ни крути, отметка даже к рту не приблизилась. Да это слюни стекает. Так, теперь Ваня. Ваня. Нормально, ты? Что старый дед круассан хавает? Да, тут что-то щипали, сейчас, подожди, я промою. Я туда встал, не гони домой. Сука. Возьми, вон водичка есть. Нормально, чтоб заходил. Он смазал так нечестно. Да. Я вытру сейчас. Ой. Загружай. Подожди, пошел. Это были совсем не игры, кстати. Да богом, блядь. Давай, богом. Загружай. Давай. Со стороны. Подожди. Да ладно. Я еще раз, подожди. Слышишь, он пытается этот клитор найти все вот туда. Давай. Как? Да, бро. Мне бы даже было на зоне, тебе жалко в рот давай. Саня, вот так вот пляж. Да, загружай. Давай. Короче, вы выкупаете, что пацаны сделали вас? Так подожди, а ну дай еще раз банан. Это челлендж! Потом ты в рот будешь. Блоком я смотрел, блоком вот так. Или давай тебя за уши подержим, может так лечить. Не. Не. Кстати, подожди, я тебе просто открою тайну. Вот, подожди, я тебе тайну открою. Если вот так, посмотри, как он растет. Он же кривой там. Ты что, ламбаду никогда никому не сосала? Ты боком разве делал? Да, вот да так. Я же говорю, я смотрела. Секретный прием. Я всю дорогу ору каждого боком. Видишь, как заходит легко? О. Убери руку. Это был рекорд. Да, это был рекорд. Что, лох? Я лох.
Никита. Настя. Я лох. Никит, ты что, лох? Вот, посюда, господи. Да, ты побила, да. Или ты бьешь, или Настя. Мой негр не может драться, я буду за него. Ты реально не можешь? Давай, Никит. Сейчас мы закончим свой челлендж. Так, нет, мы уже все, можно забиться. Блин, так все походу на одну ответ. А ну, короче, купили карты конфликта, всем падло с ними таскаться. Давайте на Юзефа, кто несет. Давай. Раз. Стой, еще Тима. Раз, два, три. Что это за дырки, блядь? Все, решайте. Что это за дырки? Это колодец. Это вместо камеры. Раз, два, три. Давай камеру. Хуйню тут придумали. Ох, мы сейчас раку будем набивать. Ох, сейчас будет, блин. Короче, мы сейчас будем играть в карты конфликта, и мне наконец-то попали смешные карты. Жестко так, пошлые, поэтому играем. УЗИ показала эротическая бородавочка у вас в заднице. УЗИ показала бутерброд с колбаской. УЗИ показала волосы в носу у вас в заднице. Это Тима сделал 100%. Итак, какая у меня суперсила? Теребить фасолинку. Какая у меня суперсила? Столбняк. Какая у меня суперсила? Эльфийская стрела. Какая у меня суперсила? Напердеть и уйти. Ну, берем как бы вот это, напердеть и уйти. Ты? Короче, игра переросла в вечер Кучина. Иван Кучин. Ну, так сложилось, что мы выросли на его песнях с братом. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами. Пожди на паузу. Инстаграм. Да. Как у вас заняться? Мы любим. Мы тоже Москву любим. Часто там. Мы уважаем. Не надо политику. Нет. Мы вообще никогда не вмешиваем. Это прекрасные люди Украины. Это вообще супер. Да, это главное. Мы не бандеры. Мы бандеры. Крым наш. Не в силах я эти цепи, мама разорвала. Ебать мы жлобы, просто жесть. Люди отдыхают, футбол смотрят. Давай, и сразу деб бросай. Как... Бля, своим везением у меня лодыжка сломала. Что за хуйня, я не понял. Сломали, блядь, антенны. Где, все, идем. Опять шпарил Ваню. Фу, чем у вас так воняет, блядь. Сильно, блядь. Вань. Уголы под этим. Фу, блядь. Вставайте, идем. Это кто? Куть, классная кофта. Знаешь, как правильно назвать? Бобочка. Тебе не холодно? А мне холодно, ножки замерзли. А это Сабина. Уже нельзя снимать. Скажи, вы хотели пьяного Никиту? Вот. Хуй вам. Вы толстый Никита. Вам надо вино. Гриб, сука. Гриб потыканный. Ты гриб потыканный. А ты откуда знаешь? Гнойный. Дрюха. Это старая штука. Серьезно. Спрячь бутылку, остановит реально.
А это мне подарили, я в дар. Не-не, у меня спросили, куда, я говорю, окей, я заберу. Спрячь в трусы просто. Саня, вставай, мы начнем обниматься, и я прячу. Не, прячь, не переживай вообще сейчас. Блядь, Саня! Привет! Привет! Привет. Здорово, здорово. Как дела? Вставай, вставай. Бля, братан, сколько лет, сколько зим? Давно тебя не видел так. Ай, ты мой хороший. Моя ты зая. Блядь. Бля, встал на тебя, братан. Понятие даст и вонючим. И продолжить. А потряси жопой. Нет. Давай, да давай. Это Никите сказали. Да давай. Нет, не, Вань, покажи, как надо. Что, потряси жопой, Никита говорит, потряси. Да не ко мне, к Насте. Настя, она не видела как. Разбуди ее. Она не видела как. Я не видела. А погнали в бассейн плавать, вот, Вань. Вот, Вань. Да не, надо бухнуть. Да, плавай. Хочешь кому-то привет передавать, пока ты ничего не наделал? Кто там тебя смотрит? О, пойди потрогай его. Попробуй погладить. Слушай, это живой. Интересно. Это живой, пойди погладь. Идем дальше. Что-нибудь еще увидим. На меня наехать. У тебя в школе была преподавательница, с которой тебе хотелось бы переспать. Конечно, Римма Шотовна. Поняли? Жаль, что вы покойная, конечно. Нет, она живая. Отмечаю. Слушай, подожди. Я давайте действие беру. Тебя вообще заебись. Это с другой стороны, да. Ты звезда Playboy, а другие игроки – фотографы. Для фотосессии нужно 5 картинок твоих лучших эротических поз. Ну, окей, давайте. Давай, давай подальше. А подожди, подожди. Ой, так это ж любименько. Это ж любименько. Поехали. Это ж любимая, вы что, это ж... Звездный час. Ой, да. Я не умею эротические позы. Ой, что ты врешь? Давайте откроем его селфи. Звезда Playboy, это не мужик, это баба. Покажи письку. Танцуй эротический танец на коленях соседа справа. О, нормально. Давай. Давай. Ты хотел ко мне в сторис попасть. Подожди, ну... Музыку давай. Это все? Да, давай. Когда ты проиграл эротический танец. На лицо садись. А, на коленях. На лицо, простите. Раздевайся, давай. Сядь на лицо. Давай. Что это за отстой? Так, алло. Сядь на лицо. Алло. Подожди, на колени надо сесть. Еще раз. Сядь на лицо. Усади игрока слева. Ваня, Инстаграм запускай себе уже. Себе на колени. Ну? Все? Ты слышишь? Да, и дальше что я хочу сказать. Ваня, Инстаграм. Он просит, как весь следующий круг. Что? Просидит, блядь, просит. Порой, блядь. Тим, продолжаем. Интересно, Ваня, блядь. Итак. Ваня, ты чё? Киша! А ну, киш! Фу! Давайте. А правда ли дело? Выбираю дело. Давай. Поменяйтесь справа. Футболками или другой верхней одежды с игроком слева. Раздевайся! Раздевайся! Теплый вечер. Саксофон живем. Место встречи. Все забеременяется с Андреем. Я бы трубку крутил, если бы был мой. Это было красиво, реально. Мой сайз. Привет, Андрей. Привет. Бля, у меня все сторис у вас тупо педические. Реально, то банан съел, то балскую. Банан, блядь. Я делал. Understand that language, so I'm gonna say something in English. Сними штаны, ляг на колени, как ты напротив, и дай себя хорошенько шлепать. Вот. Бля, ты же мой! Во-первых, у тебя правда должна быть, Тим. Ты два раза действие делал. Нет. Нет, два раза было действие. Давай ложись! Это игра престолов, инцест. По голой жопе бей, по голой. Сама бей по жопе, голой. Ну прости. Минутка стриптиза, станцуй свой лучший танец. А, это херня.
Давай. Давай. О, май гад. Оу, щит. Давай. Оу, щит. Оу, щит. Давай, 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 давай. Давай. О-о-о. Вечером посмотришь. Снимай юбку. Это все мое, понял? Тут мое и тут мое. Снимай юбку. Я мужчина, а ты молчи ртом. Снимай юбку, блядь. Игроки кладут на стул любой предмет, ты должен сесть на него. С закрытыми глазами с помощью своей пятой точки определить, что... О, что отлично! Ваня, так, вставай! Я пойду вино закажу сейчас. Давай. И мне маргариту, Тим. Садись. Тихо, тихо, садись вот. Садись, о. Типа, что это? Что это, да? Не знаю! Да не руками, слышишь? Полез. Жопой определяй. Колонка. Если хочешь, сними штаны, чтобы понять. Колонка. Давай, еще раз, давай. Телефон. Не, давай. О, о. Сука, блядь. Твердая нахуй, не знаю. Руки убери. Руки, блядь. Давай. Садись, садись. О. Вань, что там? Вань, так что там? Блядь, я не знаю, что. Колонка нахуй. Да не, я ж на баре был, Ваня. Стой, Тим, переверни, может, ему тогда понять. Хакан! Не, он перевернул, Я перевернул, давай, перевернул. Сейчас точно пойму. Давай. О! Стакан. Нет. Нет, давай. Блядь. Я не знаю, что это. Давай, давай еще, садись. Резко садись. Вань, что там? Давай. Вань. Сделайте подсказку, Путин. Сейчас, подожди. Вань. Подожди. Железная пить. Железная пить, давай. Пепси, а другое. Кока-кола. Да. Кока-кола. Ты жопой угадал слово Кока-кола, бро. Понравилось? Ты сел на банку, как мы. God damn, boy! Сел на банку. Короче, оближи мочку уха игрока слева, слегка покусывая. Ко мне! Давайте историю запишем. Не надо мне историю, не надо, на свою. Ладно, хорошо. Панал. Блядь! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой, дядя, да еще. Можешь еще? Слышишь? А что, мне нравится? Какие-то аж... Варенный, походу, будет. Да. Да не, чего, такой, знаешь, семейный отдых. Бро, бассейн нельзя. Ваня, одевай шлем и в бассейн. Ваня, шлем одевай. По деснам дайте друг другу. Да, давай. Никита, блядь, открывай, сука! Бери свою бабу и пошли. Малая, пойдем. Нервная. Ванна. Иванна. Иванка, ты идешь? А я вижу, вы не собираетесь раздвигать их, да? Куда, блядь? Давай. We good, bro, we good. Don't worry about us.